ребятишки, бросайте делишки. Вы на канале Сандра Крутышка. И сегодня пятница 13-е, и к нам пришла подруга Кира. Привет! И это значит, что пора открыть 13-й конвертик. Так. О, здесь я вижу сразу же две конфеты. Это конфеты Фрутелла. Очень такие вот маленькие, розовенькие, милые конфеты. И штучки. И какая-то записочка здесь. Ты читаешь, что она? О, вырезать новогоднюю снежинку. Поехали! Мы приготовили листы бумаги, карандаши, ножницы. Сначала, чтобы из прямоугольника получить квадрат, надо согнуть вот так. И сначала смотрится треугольником, но потом, когда развернем, получится квадрат. Получился другой вариант способа делания снежинок. Не знаю вообще. Я сейчас, чтобы мне было удобнее, отрежу вот это лишнее. Я тоже отрежу вот это лишнее. У меня уже получилась заготовка. И потом, видишь, она я уже могу рисовать рисунок, чтобы как раз таки его вырезать. У меня получилась красивая снежинка. Вот это самая главная часть. Я себе вот такими полосочками пометила, что нельзя вырезать. Я выбрала вот такую снежинку. Ой. Я выбрала вот такую вот снежинку. А это мой заготовочек. И я из него буду делать вот эту вот снежиночку. А это мой заготовочек. Из него я буду делать вот такую снежинку в форме многочисленных снеговиков. Мы приступаем к работе. Да.
снежинку. Вот такая вот она получилась. А мне так интересно, получилась ли у меня снежинка. Давайте посмотрим. Так, конечно, очень тоненькая. Страшно порвать. Еще один. Ого! К сожалению, снежинка не получилась, но я здесь увидела человечка. Вот ручки, ножки и голова. Веселая какая-то снежинка, но что ж поделаешь. Мне тоже очень интересно, получилось ли у меня снежинка. Конечно, получилось. Сейчас посмотрим. Я уже вижу там красивого-красивого снеговика. Очень красивая снежинка. Вот такая снежинка у меня получилась. Я даже не знаю, почему у меня не получилась эта снежинка. Наверное, слишком тоненькая была у меня такой. Так, а еще мы до этого вырезали вот такие вот снежинки, чтобы потренироваться. У меня она получилась. Я не знаю, как там вышло. У меня не очень получилось, потому что она вся круглая. У меня вроде бы получилось. Кстати, скажите, какая вам больше понравилась снежинка? Моя, Кирина или Дашина? Ой. Вот и прошел наш 13-й день адвент-календаря. Мы можем получить наши сладости и повесить шарик на елку. И да, не забывайте наши видео рекомендовать друзьям. Ну а всем пока-пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчики, чтобы не пропускать наши видео.